я и не ждал ничего другого от этой двуличной гадюки. Я сам с ним разберусь. Зато пока крыса бестолково носился вдоль границ графства, небольшой отряд наших людей занял его собственный замок. Сейчас крыса направляется туда, надеясь его вернуть. А я хочу, чтобы вы опередили герцога и возглавили наш тамошний гарнизон. Почему же вы раньше не вмешались? Не ваше дело. Сражаясь с Депиусом, эти мятежники одерживают одну победу за другой. Из-за него мы неприглядно выглядим. Постарайтесь, чтобы на этот раз победа им не досталась. Я им головы поотрываю. Ходят слухи, что кабан родился таким уродом, что родители бросили его на улице. Правда это или нет, мы не знаем, но известно, что воспитала его шайка бандитов, которая грабила деревни и небольшие города. В это время его явно недокармливали, и когда он, набравшись опыта в военном деле, возглавил банду, после рейдов в первую очередь его интересовала еда, вследствие чего он с тех пор весьма разъелся. Ваша задача — охранять замок крысы от его бывшего владельца. Замок не слишком удачно построен, и вам следует его укрепить. В частности, неплохо было бы прорыть до конца окружающий его ров. Это отличная возможность покончить с одним из этих предателей. Можете рассчитывать на нас. Где моя лопата? Какие будут указания? Идем в ваших приказах. Мы идем. Так? Мы уже в пути. Лучники готовы. Уже идем. Пойдем. Мой лук вашим услугам. Всегда готовы. Послушайте, герцог, я должен отбить свой замок. Мне нужна помощь. Заткнись. Я пошлю отряд к вашему замку. Примите командование, и мои люди помогут вам. Можете рассчитывать на нас. Не хватает рекрутов, сэр. Ваши указания? Мы уже идем. Что нам делать? Выступаем!
Нас атакуют войска кабана! А? Можете рассчитывать на нас. Проще некуда. Куда пойдем? Всегда готовы. Запросто. Ваше указание. Это будет. Что нам делать? Проще некуда. Запросто. А? Это будет. Можете рассчитывать. Куда пойдем? Милорд, мы идем. Какие будут указания? Идем в ваших приказах. Идем в ваших приказах. Можете рассчитывать на нас. Всегда готовы. Есть, ваша светлость. А что нам делать? Мы уже идем. Идем в ваших приказах. А? Мы уже в пути. Можете рассчитывать на нас. А? Выступаем. Можете рассчитывать на нас. Куда пойдем? Лучники готовы. Враги не выдержали нашего натиска. Крысик, успокойся, успокойся. Всегда готовы. Ваши указания? Есть, ваша светлость. Что нам делать? Мой лук к вашим услугам. Милорд, уже идем. Послание от сэра Лонгарма. Мне удалось отбить графство, захваченное змеей.
хватает дерева, милорд. Мы постепенно расходуем деньги, сэр. Ждем ваших приказов. Какие будут указания? Мы идем. Ждем ваших приказов. Да? Мы уже в пути. Ждем ваших приказов. Лучники готовы. Уже идем. А? Можете рассчитывать на нас. Ждем ваших приказов. Мой лук к вашим услугам. Куда пойдем? Мы уже идем. Можете рассчитывать на нас. Всегда готовы. Выступаем! Ждем ваших приказов, милорд. Мы идем. Мы
в опасности, милорд. К нам движется огромная армия крысы. Ждем ваших приказов. Какие будут указания? Мы уже в пути. Можете рассчитывать. Не хватает рекрутов, сэр. Ваши указания? Есть, ваша светлость. Что нам делать? Можете рассчитывать на нас. Мы уже идем. Выступаем. Куда пойдем? Послание от крысы. Так, выписка, я сам с тобой разберусь. Вот это будет развлечение. Уже идем. Всегда готовы. Есть, ваша светлость. Уже идем. Выступаем. Есть, ваша светлость. Мы уже идем. Выступаем. Есть, ваша светлость. Легко. Мы уже идем. Противник, уже во рву. Проще. Ваше указание. Запуск! Противник пробил брешь в стене! Что нам делать? Это будет. Враг уже внутри нас! Нас атакуют! Можете рассчитывать. Выступаем! Мои планы работают безупречно. У тебя нет ни шанса. Вы проиграли. Ваша задача — охранять замок крысы от его бывшего владельца. Куда пойдем? Здесь глубоко? Всегда готовы. Ров? Да? Мы идем. Лучники готовы. Мы уже в пути. Мой лук вашим услугам. Милорд, уже идем. Какие будут указания? Мы идем. Можете рассчитывать на нас. Ваши указания? Казна пустеет, ваша светлость. Что нам делать? А? Можете рассчитывать на нас. Есть, ваша светлость.
Куда пойдем? Мы уже идем. Не хватает оружия, сэр. Всегда готовы. Выступаем. Эх, далеко идти. Послушайте, герцог, я должен отбить свой замок. Мне нужна помощь. Заткнись. Я пошлю отряд к вашему замку. Примите командование, и мои люди помогут вам. Ждем ваших приказов. Ждем ваших приказов. Мы уже в пути. Нас атакуют войска кабана. Ваши указания. Есть, ваша светлость. Мы уже идем. Выступаем. Что нам делать? Есть, ваша светлость. Мы уже идем. Выступаем. Есть, ваша светлость. Ваша популярность. Проще где-то. А? Запуск. Можете пойдем? Рассчитывать на нас. Мы все вымокнем. Да? Уже идем. Лучники готовы. Мы идем. Мой лук вашим услугам, милорд. Мы уже в пути. Какие будут указания? Всегда готовы. Ждем ваших приказов. Уже идем. Да? Мы идем. Мы уже в пути. Ваши указания. Мы уже идем. Можете рассчитывать. Не хватает рекрутов, сэр. Что нам делать? Выступаем. Ждем ваших приказов. Лучники готовы. Уже идем! Послушайте, герцог, я должен отбить свой замок. Мне нужна помощь. Милорд, мы идем. Заткнись, я пошлю отряд к вашему замку.
примите командование, и мои люди помогут вам. Какие будут указания? Мы уже в пути. Мы постепенно расходуем деньги, сэр. Нас атакуют войска кабана! Можете рассчитывать. Не хватает рекрутов, сэр. А? Есть ваша светлость. Можете рассчитывать на нас. Мы уже идем. Выступаем. Есть ваша светлость. Мы уже идем. Это было. Куда пойдем? Легко. Идем в ваших приказах. Уже идем. А? Всегда готовы проще не. А что нам делать? У меня ботинки промокли. Лучники готовы. Мой лук вашим услугам. Милорд, мы идем. Какие будут указания? Ждем ваших приказов. Мы уже в пути. Да? Уже идем. Можете рассчитывать на нас. А? Выступаем. Можете рассчитывать на нас. Есть ваша светлость. Мы уже идем. Куда пойдем? Можете рассчитывать на нас. Всегда готовы. Эх, далеко идти. Ждем ваших приказов. Лучники готовы. Мы идем. Ваши указания? Выступаем. Послушайте, герцог, я должен отбить свой замок. Мне нужна помощь. Заткнись. Я пошлю отряд к вашему замку. Примите командование, и мои люди помогут вам. Ждем ваших приказов. Милорд, мы уже в пути. Можете рассчитывать на нас. Что нам делать? Нас атакуют войска кабана! А? Есть ваша светлость. Мы уже идем. Выступаем. Есть ваша светлость.
уже идем. Запуск. Можете рассчитывать на нас. Это будет лучше. Куда пойдем? Всегда готов. Выступаем. Хочу указать. Есть ваша смертность. Мы уже идем. Что нам делать? Выступаем. Идем в ваших штуках. Не хватает оружия, сэр. Какие будут указания? Противник уже во рву! Можете рассчитывать на нас. А? Есть ваша смертность. Послание от крысы. Не надо паниковать, крысик, успокойся, успокойся. Нужно дерево. Это нельзя здесь разместить, милорд. Наш золотой запас стабилен. Нужно дерево. Послание от сэра Лонгарма. Мне удалось отбить графство, захваченное змеей. Ждем ваших приказов. Ждем ваших приказов. Уже идем. Нужно дерево.
не хватает оружия, сэр. Да? Мы идем. Ждем ваших приказов. Лучники готовы. Мы уже в пути. Ждем ваших приказов. Мой лук к вашим услугам. Можете не хватает рекрутов, нас. Сэр. Можете рассчитывать на нас. Куда пойдем? Эх, далеко идти. Не хватает оружия, сэр. Всегда готовы. Эх, далеко идти. Можете не хватает рекрутов, сэр. Ваши указания. Мы уже идем. Не хватает оружия, сэр. Можете рассчитывать на нас. Что нам делать? Ждем ваших приказов. Милорд, уже идем. Какие будут указания? Можете рассчитывать на нас. А? Выступаем. Ждем ваших не приказов. Хватает рекрутов, сэр. Ждем ваших приказов. Мы идем. Да? Мы уже в пути. Лучники готовы. Можете рассчитывать на нас. Можете рассчитывать на нас. Ждем ваших приказов. Мой лук к вашим услугам. Thank you.
опасности, милорд. К нам движется огромная армия крысы. Не хватает рекрутов, сэр. Куда пойдем? Эх, далеко идти. Можете рассчитывать на нас. Всегда готовы. Эх, далеко идти. Можете рассчитывать на нас. Ваши указания. Эх, далеко идти. Послание от крысы. Я сам с тобой разберусь. Вот это будет развлечение. Уже идем. Что нам делать? Есть ваша светлость. А? Мы уже идем. Можете рассчитывать на нас. Выступаем! Есть наша светлость! Мы уже идем! Выступаем! Прощение! Противник! Уже во рву! Куда пойдем? В запуск! Всегда готов! Идем ваших приказов. Мы идем. Держался. Да? Нет! 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 Лучники готовы. Мой лук к вашим услугам. Победа! Когда в битве с вашими людьми погибает крыса, раздаются крики ликования. Возможно, для нашей страны еще не все потеряно.